Здорово, Волкодав. О, привет, воробей. Фух, еле добрался до тебя. А это что, твоя новая база? Да, строил, как видишь. Какие там новости в зоне? Бандиты, наверное, лютуют. Да, не то слово. Друга моего белку убили. Да, жалко сталкера. Так чего я в тебя пришел? Мне сказали, у тебя есть информация, местоположение бандитов. Мне она нужна, чтобы отомстить за белку. Да, дело правое. Есть у меня информация. Давай свой КПК, я тебе перекину. Ну вот, готово. Спасибо большое. Имею в виду, они ходят группами. Попадешься один раз, они тебя не отпустят. Спасибо за информацию, буду знать. Пожалуйста. Координаты у тебя от моих хаты имеются, но хочу тебя предупредить. Здесь будь осторожен. Здесь иной раз появляются кровососы. Слушай, тут в зоне морозы крепкие обещают. Можно у тебя будет пару дней перекантоваться? Конечно, оставайся. Вдвоем всегда веселее. У меня тут припасы есть. Давай, сейчас я достану, перекусим немного. Ой, неплохо. Ну а как там Сивы? Какие новости про него? Что-то он давно ко мне не заходит. Да, в деревне новичков сейчас там дела свои разгребает. Я думал, шакал уже вернулся. Да нет еще. Наверное, еще в пути. Хорошо, душонка. А водочки-то нема, надо сгонять. У меня своя есть. О, сейчас разольем. Ну, за здоровье. За белку. У меня, короче, есть магнитофон кассетный. Можем музычку послушать. Да, давай. Ну и погода. Анекдот натуральный. Ну все, Сивы, дрова в хату занесли. Ну молодцы, а то нечем было бы костры палить да печки топить. Ладно, скажи своим, пусть отдыхают. Добро. Прием, Шуруп, есть какие-то новости? Есть вести от наших разведчиков. Зайди ко мне. Принял. Ну и погода, конечно. Патрон, подойди. Сейчас подойду. Да, Сивы, что хотел? Мне надо до Шуру подойти. Появились какие-то новости про наших разведчиков. Постой пока на моем месте. Ладно. Блин, мне же сегодня еще в ночное дежурство заступать. Думал, хоть отдохну перед ним. Ай. Да, я понял. Сивы тут. Передаю ему. Прием. Как у вас там дела? Сивы, прием. Есть новости. Находимся здесь довольно долго.
Разбили тут лагерь неподалеку, в заброшенном доме. Вокруг бандитского склада все исследовали. Можем начинать. Хорошо, тогда начинайте. Пора узнать, что они там прячут. Хорошо. Действую. Конец связи. А что это у тебя, вещи воробья лежат? Да, это его вещи. Рюкзак он мне отдал, чтобы я его заштопал. Броник я ему в аренду давал. До этого ходил бесплатно, продлевать не захотел. Сказал, такую цену не потянет. Обрез он просто так на сохранение здесь оставил. Уходил с ружьем. А насчет наколенников я не знаю. Сказал, что за ними какой-то сталкер придет. Позывной у него такой интересный. Грызли, по-моему. Я понял. Ну что ж, будем ждать вестей от наших разведчиков. Ой, блин. Уже встал? Доброе утро. Ну, доброе утро. Что-то уже с утра там начал паять. Да, локатор тут чиню. А сколько время уже? 12 дня. О, бля, холодно-то как, сука. Тихо, тихо, сталкер, спокойно. А ну-ка поднялся, руки за спину. Пацаны, здесь сталкерьё. Что там? Да бандит трипнуться пытался. Пришлось его убрать. Что-то тут не похоже это здание на склад. Тут вообще ничего нету. Я понял. Что-то тут нечистое. Ладно, уходим. Ладно, понял. Ну я понял вас, мужики. Видимо, действительно какая-то странная ловушка бандитов была. Хрен поймешь, что у них там не склеилось. Но это даже к лучшему. В общем, вот вам на двоих гонорар от Сидора. Все, давайте, мужики, удачи. Хорошая работа. Ладно, сталкер, еще увидимся. А мне пора.